Окошечко, и здесь дверь, вот она как раз там задвинется, закроется, и будет все видно хорошо. То есть в этот раз мы не на 17, 16, 15 ряду по ту сторону, а на 6. Шестой ряд очень близко к кабинам пилота. И такое ощущение, будто здесь раньше были какие-то бизнес-классы, потому что расстояния очень большие между сиденьями. И наш шестой ряд, мы думали, что он не будет раскладываться, но он раскладывается. Очень так вот удобно. В общем, пока все нормально. И здесь такие интересные жалюзи. Смотрите, на кнопочку. О, все закрылось. Сейчас полетим. Смотрите, я нажимаю. Так классно. Раз. О, еще одна. Смотри, Сереж. И дети здесь орут. И что мы теперь должны делать? А, вот, чтобы открыть, два раза нажать. Ух ты, как классно. Ну все. По-моему, вовремя должны улететь. Не вовремя. То, что он говорит, капитан корабля, вообще ничего не слышно. Мы летим на Боинге 777, но другая компоновка. И у России, в авиакомпании России, самолеты называются названиями городов. Мы летим конкретно на Магадане, а у Аэрофлота фамилиям известных людей. Так вот, мы летим из Магадана на Магадане. Дети орут, пипец. Перед Новым годом они их решили прокатать по стране. Прокатить. Ну, конечно, сниму взлет и посадку. Без этого никак. А пока подождем. Сейчас мы поедем куда-то.
Девчонки сегодня все молодые, стюардессы. Мальчишек нет вообще. И мы поехали. Сейчас нет, потому что написано здесь вот следующее сообщение. А у тебя работает? Нет, тоже ничего не работает. Включилась камера передняя. Вот это перед самолетом сейчас. Что там еще дальше? Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажном. Всегда сумке. Сидим и видно крыло и турбины. Сейчас так непривычно, мы сидим в начале самолета, но это здорово. Техники работают, сейчас повезут нас куда-то. Самолет сейчас будет проходить противообледнительную обработку. Нас повезли, или мы сами поехали? Сами. Самолет обработали антиледенительной смесью. И вот этот экран показывает передние камеры, да, самолета, я так понимаю, вот это. Сейчас поедем туда. Типа того. А вокруг снега, конец декабря. Кстати, не так много снега для декабря. Сопки белые, а здесь, ну, чистят, естественно, самолеты-то летают. Кстати, да, я думала, что не видно. Смотрите, турбину все-таки видно. И кусочек крыла, да? Все-таки их видно. Снег нет. И окночек грязноватое, да? Это снег идет. Нет, с нас снег идет, да? Сыпется снег, ага. Потом я это все ускорю, так взлетим. Посмотрим, сколько в Москве снега. У нас навалило в декабре, только в начале декабря много снега. До этого октябрь, ноябрь были бесснежные. Напоминаю, это 2020 год. И вот снег только буквально в декабре выпал нормально так. А полоса вся в снегу, ну, видимо, здесь он пораньше выпал. Вот эта полоса, да, уже? Наверное, поземка, видишь, как он? Поземка. А что вот это за строение? Смотри, с той стороны. Домики полосатые, красные, антенны крутятся. Какие-то радиоконтроль. Время 3 часа дня. Смотрите, какие облака, какое солнце. И нам очень хочется спать. Почему-то плохо спалось перед самолетом, хотя всегда летаю без проблем, а что-то вот сегодня как-то не знаю почему. Поэтому жду, когда можно будет приспать, а также хочется, несмотря на лайки, которые мы съели очень быстро перед самолетом, все равно хочется есть так нормально. Но я бы сейчас борщика поела. Супчика. Я бы с удовольствием поела. Так, приедем, Люся закажет борщик. Ну что? Разбегаемся. Самолет
развернулся на взлетной полосе, и будем мы взлетать в сторону Магадана. И может быть в этой облачности мы увидим еще море, потому что он там взлетает и идет вот так вот по кругу немножечко. Не увидим сегодня, налево, да? Налево повернет. А мы как-то улетали, он направо повернул. Ох, вот взлетная полоса. Это вот мы по ней сейчас ехали, развернулись. Поедем. Достанем, наберемся сил. И как рванем. Ой, я бы хотела посмотреть, как вот пилоты там сесть так. Потом под белые рученьки меня увидят. Надень шапочку эту. Масочку. О, смотри, как мы быстро сразу так. Блин, для любителей таких вещей. Для любителей взлетов и посадок. Сниму и для Инстаграма. Мы быстро-быстро развернулись и быстро-быстро начали набирать скорость. Эта камера впереди показывает то, что видят пилоты. И смотри, 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 закончится. Смотри, полоса закончится. И мы взлетаем, и мы взлетаем. Смотри, смотри. Это наш аэропорт. Ой, как плохо видно. Черт. Черт. А это Сокол. О, какой он колеший маленький. Смотри, уютный, уютный. Какой он разбросанный, сколько там мелких домиков, как хорошо, кстати, видно. Было бы еще стекло чистое, было бы вообще хорошо. И это наши сопки, наши магаданские сопки. Ой. Да, блин, мне все мешает. И дальше она уходит в сопки. Я не знаю, мне казалось, что самолет уходит направо. Какое небо голубое. И мы поднимаемся выше и выше к облакам. Точнее, за облака. Главное, голубое, потом розовое, бирюзовое и вообще светло-голубое. Какая красота. Ну, а здесь, видимо, или снег идет. Смотри, какая видимость, да, туманная. Ой, все, мы в облака влетаем. Почему плохо видно? Облака, да? Дымка. Дымка? Жалко, что не сделаешь хорошую фотку, потому что... Грязная. Самая
развернулся налево. И вот он разворачивается, и солнышко с той стороны. Посмотрите, какое яркое. Правда, ничего не видно, потому что оно, там облака. Там везде тоже облака. Но все равно красиво, да? Самое высокое время в пути до Москвы 7 часов. Пожалуйста, мы предложим вам обеды, легкие закуски. Парфюмерию, косметику и сувениры можно приобрести в пункте обслуживания питания. Будем благодарны за ваши предложения и отзывы. Вообще облака прилетели, все. Сегодня будем играться. Вот так вот, да? Так раз. Хочешь, так закрываешь полностью. Смотрите, какие они красивые. А потом берешь еще одну кнопочку, нажимаешь, и полезла еще одна. И такая темень наступает. Ну, пипец. Не, надо быстро открыть. Быстро. Короче, мы играемся сегодня. Ой, так, стоп. Вот, наполовинку. И вообще такой грязный иллюминатор, и солнце яркое. Но когда нет облаков, там внизу так красиво, сейчас облака и грязный иллюминатор, отражается солнце, плохо видно, поэтому на этом все. Вообще, конечно, здесь неплохо. Мы впервые сидим в этой части, потому что до этого, дальше, вот когда заходишь, и все по правой руке, а это по левую руку, эти сиденья. Там салон для... Там тоже салон, он называется салон. А дальше? А я пойду потом погулять уже после того, как. И мы посмотрим, какой большой самолет. Ну, Боинг, он есть Боинг. А пока облака. А пока плывут облака. Облака плывут в облака. Ничего не видно, видите? Так что спокойно наслаждаемся полетом. Будем ждать обеда. Поигравшись с этой штукой, мы не смогли ничего включить, оно у них все тупит, короче, короче, ну его, мы посмотрим в окно, красиво, если бы еще можно было прочистить окошко, да, иллюминатор, сейчас такое солнце очень красивое, оно такое красно-алое, и освещает офигенно вот это вот небо, облака, а внизу сопки. Прям вот такая поверхность, изрезанная сопками. Ой, красиво, очень красиво. И это вечер, это где-то вечер, потом мы окунемся в ночь. Мы как-то вот форсируем события, летя из Магадана. Мы же вылетаем 3 часа дня, и приближается стремительный вечер, который переходит в ночь, потом целая ночь. И мы прилетаем... Мы как-то прилетаем в этот день, опять же, в 3 часа дня. То есть вот сейчас где-то вечер и ночь. Жалко, что камера не передает всей красоты. А нас, наверное, скоро будет кормить, все-таки мы дождались, потому что уже разносят мелочевку. Ну, каждый занимается чем может и чем хочет. Кино накачано, у кого-то ничего не накачано, как у меня, и очки вообще спрятали так далеко, что я даже журнальчик не могу почитать. Ну да ладно. Значит, сегодня у нас такой отдыхательный полет. We'll be right back.